На пожаре в Лакинске погибли два ребенка, тела 7-летней девочки и ее 8-летнего брата. Спасатели обнаружили в ходе тушения. Сообщение о возгорании жилого дома номер 11 на Почтовом переулке поступило в МЧС 17 августа в 22:32. Как сообщает тревожное ведомство, звонок поступил слишком поздно. К приезду огнеборцев дом уже вовсю полыхал. Была угроза перехода пламени и на соседние строения, но сотрудники тревожного ведомства оперативно потушили пожар на 108 квадратных метрах. По факту гибели несовершеннолетних Следственным комитетом области возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». В службу спасения поступило сообщение о возгорании частного домовладения в Почтовом переулке города Лакинск Собинского района Владимирской области. В ходе тушения пожара спасателями обнаружены тела мальчика 2015 года рождения и его сестры 2016 года рождения. Также в ходе пожара пострадали родители и еще трое их несовершеннолетних детей. Сейчас с родственниками погибших работают психологи МЧС, прокуратуры и области, организована проверка по факту пожара. На место происшествия выезжал Собинский межрайонный прокурор. Сотрудниками надзорного ведомства и следователями проводится осмотр места пожара. В ходе проверки и расследования уголовного дела будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего.